Правда, но каждый раз, когда подключают газ, на провод ставят специальные датчики. СО2, да. Которые начинают сигнализировать жестко. Вот. Вот, да. Да. В целом интересно. Это очень интересная тема. Горьковская какая. У нас в метро всего две ветки. Синяя да красная. Я стараюсь. Лечусь. Рум-тур. Как-то раз эти козельки назвали, сказали девушку, что не бомба, почему дала вас ЧК в носу. Так, надо бы выпить мне таблетки от кашля. Точнее, для кашля, чтобы лучше отходила мокрота. Бронхит, что поделать. Что именно выдал? Хронически он перейдет, это в основном курильщиков. Это первое, а второе то, что хронически он пока перейти не может, потому что только начала болеть бронхитом. Так что я лечусь, стараюсь. Ну вот надо будет. Я завтра, наверное, у меня будет чайная диета. Ну ладно, не прям чайная. Переменно-чайная диета. Потому что я вчера закупилась вкусняшками разными. Хотела вчера чай пить. В итоге мне стало лень. Реально лень. Нет. Жареные пельмени. Исключительно жареные. Это прям вообще смак самый. Не знаю даже. Салам алейкум, алейкум ассалам. Да было бы чем ингалировать-то. К сожалению, нет покупные. Мне хватает своих дел. По учебе, например. Или вон, я себе шапку начала вязать. Да, покупные. Как вариант. Но мне уже банки ставили, поэтому я теперь спина выглядит так, как будто на меня напала стая мужиков. Надо бы попробовать. Ну, смотри, какое лекарство. Вот я бы не показала бы спину незнакомцам. Так я и не показывала, мне просто банки поставили.
понимаешь, я не одна живу, поэтому... Если румтур, то у меня срач, дикий просто срач. Это не лучшая идея, затея. Могу... Сейчас. Банки ставить от кашля. Вот, у меня есть такой гусь. Все его называют гусь обнимусь. Вот он такой вот. Еще есть акула. Вот. Как-то так. Шаль вот, моя любимая. Так. Ой-ой-ой. А, блин, все. Не могла что-то переключить никак. Нет, не всегда. Банки еще так же. Вот это гусь обнимусь. Ну, либо гусь я всегда заебусь. А акула? Акуле уже 100 лет в обед. Ей уже... Ой-ой-ой-ой-ой. Ей уже 4 года. Это акуле 4 года. Ну, не сплю уже очень долго. Да, легких банки не достанут, это понятно, но в любом случае это прогревание идет определенное. Потому что, чтобы банки присосались, там нужен вакуум, соответственно, это перепад температур, сначала их огнем начинают, а потом уже вот. Ой, это страшный звук из легкого. Привет. Вообще бы мне уже спать по-хорошему надо ложиться. На самом деле. Надеюсь, до четверга выздоровлю, потому что в четверг уже надо уезжать в Москву. Ой. Да. Чихнула. Дверь. А дверь тут при чем? Да, тяжело.